Всем привет, меня зовут MJ Ramon, добро пожаловать в крафт-шоу, и со мной сегодня, как обычно, играет Тюна. Привет всем. И братец. Привет, ребята. И сегодня мы уже с легкой подачи братца Ву уже все в курсе, что мы на финишной прямой наших летсплеев. После этого в любом случае мы еще что-нибудь придумаем, но Castaway Island уже подходит к концу, и мы... Думаю, будем уже потихоньку ускоряться к походу на дракона в The End. Вот, и чтобы это все случилось, пойдемте наверх на самый. Я тут продемонстрирую, что в итоге получилось. Давай. А ты разве не делал дополнение к той серии? Делал, конечно. Делал? Я просто не досмотрел. Вот, нет, взбираемся... там в конце видео просто было. Да, взбираемся на самый верх. Ву, поднимайся, да, вот сюда. И вот это то, что я на крыше делал. Сейчас это уже превратилось все в отдельную комнату. Как видите, вот этот агрегат продолжает работать с Blazeroundами. Тут все. И это просто невероятное количество красной материи тут уже создано. Вот в этом сундуке. Чтобы было понятно, одна красная... Ну, один алмаз — это 8000 EMC, да? А одна красная материя — это 466 тысяч EMC. То есть что-то, по-моему, порядка 60 алмазов в одной красной материи. Чума. У нас их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь стеков. И вот здесь вот еще я устроил... Что? Не, говори. Хорошо. Здесь я устроил такое вот нечто похожее на цветок, как для... солнечных панелей, но здесь используются, как они там называются, это конденсеры. Сейчас я тут найду его, как он называется. Да, вот. Energy конденсер. Смысл его в том, что он аккумулирует энергию, которую собирают агрегаты, которые там выше установлены. Сейчас я их покажу. И все это превращает в энергию. Да ё-моё. Уп. Пофиг. У меня есть кольцо, которое позволяет мне летать. Вот, у нас здесь стоят... все время забываю, как они называются. Energy... Да, коллекторы. И вот конденсеры. Коллекторы, коллекторы собирают... У меня есть креатив режим, который забыл отключить. Отключаю. Я одна тут на третьем этаже. Ву у нас умирал, чтобы открыть путь к даче. Ой, я случайно включил дождь, вместо того, чтобы выключить... режим. Сейчас, Роман, такая. я все исправлю. А я продолжаю рассказывать. Общем, ой, я сделал утро случайно. Есть как у нас коллекторы и конденсеры. Конденсеры, коллекторы это вот. Да. А конденсеры собирают всю энергию из вот этих вот коллекторов. В общем, мы превращаем солнечную энергию в энергию EMC, и потом эту энергию EMC с помощью вот этого вот сундука. Конденсера. А, по-моему, я все напутал, но неважно, в общем. Я превращаю эту энергию в уже темную материю. Там у нас красная материя. Темная материя, она чуть подешевле, это около 17 алмазов в одной штуке. Но тут уже раз, два, три, четыре, пять стеков. Зачем вся эта фигня, я не знаю. То есть это уже слишком большое количество материи, которое вообще может понадобиться. Но ее можно использовать для крафта крутой брони и крутых инструментов, которые там просто невероятно мощные.
Но я это все дело использую для крафта каждому из вас сейчас. Swiftful Rendengale называется. Это кольцо, которое позволяет летать. То есть то же самое, как и в креатив режиме, только без читерства. Круто. И нам нужно для этого 4 темных материи, 4 пера и Iron Band. Это нам нужно железо и ведро славы. В общем, вам я тогда поручаю сейчас добыть по ведру лавы для каждого. Окей. Ведро у нас есть, Тюна, ты знаешь? У нас главное, да, были, там в стафе. Идем. И перья, наверное, еще надо. Стафе, говоришь, да? Да. Стаф, вот он, нашел. Так, берем по ведерку. Алмаз тут был. Я тут знаю, поблизости, пойдем, Тюн. Есть лава. Тут только одно перо почему-то. Все потратил, да, Роман? Перо каждого по одной штучке должно оставаться. Не забирайте последнее. Ничего не брать. Я не забираю. Вот здесь Тюна есть лава. Если она еще, конечно же, осталась, я не знаю. А тут перьев раньше и не было. Это я положил это перо. Я там ходил, курицу убивал. Так. И... Ну, только осторожно тут ходи. И, наверное... Клайн Стар вам еще надо будет сделать, чтобы энергия была у вас с собой. Это как батарейка, только она хранит в себе EMC. Так, перо. Мне нужно перо. Пьеро. Ведро лавы я набрал. Несу. Окей. Можешь его, в принципе, в этом обменять, короче. Ну, можешь его мне принести, я его обменяю тут сейчас, сделаю все. У нас есть там ведро лавы, между прочим, одно-то. Так что ты можешь его использовать в стафе, лежит. Есть разве? Да, есть. Ну, зачем тогда мы несем ведро лавы? Ну, вот чтобы могли бы сходить, работа. Взять из сундука, видите? А тебе где нужно его, ведро-то это? Да я наверху, на самой верхности. Так, 4 темных материи есть. Кинул тебя, бери. Так. И сейчас мы его обменяем. Боже. Тюн, ты если что-то говоришь, ты говори. Постоянно боже, отвлекаюсь на что-то. С этими агрегатами фиг пройдешь в дом. Что такими дворами пошла, непонятно. Так ты не ходи через лабораторию, там есть нормальный вход... Для обычных, нормальных людей, не таких идиотов, как я. Так, и железо нам еще надо, вот я забыл. У нас тут железо есть? Нет. На тут ведро лавы. Я ему уже отдал. Так, и 16 железа надо нам. Так, окей, это есть, второе ведро есть, железо есть, все, сейчас будем делать. Итак, перья расставили, темная материя, а нет, еще нет, надо Swift Wool's Bands сделать. А это что такое? Это составляющая для этого самого кольца. Ну, типа, основа кольца такая железная. Mm-hmm. Туда входит лава как раз-таки. Это сюда. Темную материю по углу. По углам. Все, вуаля. Так. Кольцо Тюна держи сзади тебя. И Ву, как обычно, убежал куда-то, да? А вот он. Я думаю, я кольцо успел взять на него. И тебе. Но пока вы летать еще не можете. Разогнались. Да. Для этого надо как бы топливо этим кольцам. Не-не-не-не-не. Вы, главное, тут всякие кнопки не нажимайте. То хорошо, я хоть вам другое кольцо не дал. Иначе бы Ву сейчас тут все поджег к чертовой матери. Это он умеет. А что я только что сделал? Сейчас какие-то послал зеленые кольца вперед. Да, это разгонять мобов вокруг себя можно. А, вот оно что. Главное, чтобы не разогнались. Ну, игроков нельзя, конечно. Но мне интересно, кстати, можно ли...
Нет, игрока нельзя порталганом поднять. Жаль. Так, вам нужны... Вам нужны SwiftWool... Ой, нет, ClientStar. Есть много версий этого ClientStar. Есть Ain, Swy, Dry. Fear нет. Сейчас. ClientStar. Вот. Да, вот есть Ain, Swy, Dry. А, не, Fear есть. Сфера и Омега. Это такие вот, это каждая категория, как бы, они все, каждое, в общем, отличие между ними в том, что они могут содержать в себе больше энергии. И все. И, ага. Наверное, под свай каждому сделаю. Они довольно дорого стоят. Ну, у нас много энергии. Сейчас надо, да, зарядить. Соломон сказочно обогатился, поэтому мы присоседились. Так, заряжу свай. Заряжен. А, заряжу свой драй. Сделаем второй. Так, и еще одну красную материю возьмем. Ты там яйцами кидаешься? На первое начало. А, еще, кстати, с зрителем хочу сказать, что в скором времени я запускаю новый летсплей, как только все моды обновятся. Будет синглплеерный, где я буду в спокойствии объяснять работу различных модов. И все будет именно жестоко техногенно, просто там все будет, все замешано на технологиях. И на магии. Будет много магии в том числе. Так. Цвай тебе. И цвай тебе. Все. Это просто храните в инвентаре. Заряжать их то же самое. То есть вот есть у нас трансмутационный стол. Ложите свой цвай в левой части и ложите там, где огонь. Пойдете. Пофиг. Я говорю, теперь ложите изначально. Теперь за мной эксклюзивное право говорить ложить и ложите. Вот. А сюда помещаете любой предмет, который хотите сжечь. Ну, то есть вы можете использовать там ту же красную материю или вот темную материю отсюда берете и сжигаете его, когда у вас цвай находится в левой части. И теперь все двойным пробелом вы можете летать. Кольцо должно быть на панели. Ух ты, магия. Я летаю. Вот, и я думаю, теперь можно скрафтить каждому по, опять же, полному сету квантовой брони. Потому что я опять улучшил тут, немножко переделал на нижнем этаже расположение агрегатов и улучшил производство ее материи. И, как видите, у нас теперь ее достаточно много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, как минимум, 29 стеков ее материи. Этого хватит на всех. Поэтому я сейчас быстренько скрафчу за кадром эту броню, потому что вы уже все это видели, как она крафтится, и мы вернемся. Та-ра-та-та! В общем, мы вернулись, и люди в черном, я так понимаю... Какая часть уже? Четвертая, да, по счету? Сколько их вышло? Три уже. Вот. Man in Black 4 на ваших экранах прямо сейчас. Мне нравится особенно, как Ву эти очки выглядят. Он довольно-таки стильно смотрится. Согласен. Да, бобер в очках. Ну, Атюна это тоже, как бы, знаешь, есть такие модные женские очки, такие огромные очки, такие черепахи, или как они там называются? Как стрекозы, да. Стрекоза. Сам, чтобы ездить в автомобиле. Вот. Женщины едут в автомобиле в огромных темных очках. Так что мы теперь все при костюмчике. Можно устраивать вечеринку хоть прямо сейчас. Дресс-код. Да, и теперь мы, нам совершенно на все наплевать. Мы неуязвимы. Можем летать. И я подозреваю, это подводит нас к некоему дальнейшему шагу. Нам нужно придумать, какое оружие мы хотим использовать. У кого какие предложения? Я буду с кулачками его бить.
Ну, это выпусков еще на 20, я думаю, где-то будет. Летать за ним и бить кулачками. Да, если мы будем его бить кулаками, то... Выпуск 19-й, продолжаем бить дракона. Полчаса просто бьем дракона. Можно алмазным мечом его тоже. Все равно же летает. Но в любом случае нам нужен какое-то рейнджевое оружие. То есть можно, конечно, с луком ходить. Я мечом буду точно алмазным. А можно сделать себе лазеры. Как вам такая идея? А лазеры... Они, кроме того, что блоки уничтожают, они еще и как бы в мобов? Да, да, лазер, да. Ну, лазеры питаться должны, поэтому они лучше. Да, но тут такая будет, опять же, и правильно Ву говорит, проблема, что нам придется снять с себя броник. А это значит, что мы можем получить повреждения. Вот, поэтому можно, конечно, еще лук использовать. Я думаю, давайте объединим два таких вот... уже давно работающих направлений в нашем летсплее, то есть техногенность, да, это костюмы, магия, это у нас кольца, и стандартный ванила Майнкрафт, да, это будем с луками, в квантовой броне и с луками. Я с алмазным мечом. Ну, алмазный меч к луку, в общем-то, очень хорошо также подходит. Я буду за ним летать и бить его по хвосту. Не, в любом случае, каждый должен с собой набор носить, то есть рейнджевое и оружие ближнего боя, то есть это меч и лук. Но окей, меч, там по три. Меч, смотри, Ву, давай ты сделаешь три лука и стрелы, надеюсь, у нас есть. Можешь один сделать. Стрел у нас нет. Наверное, стрел нет, а может, не, у меня есть одна стрела, точно. Ну вот, ты можешь все это дело обменять в трансмутационном столе. Оружие ближнего боя я предлагаю использовать нано-клинок. Нано-клинок? Да. Но он, по-моему, тоже энергию требует. Так, он только рецепт... А, вот, показывает. Да, нано-сейбер. Энергетический кристалл. И какие у него характеристики? Ну, когда он заряжен, он чуть лучше, чем алмазный. Чем алмазный меч. Он активируется, он такой, сейчас я его скрафчу и покажу, как это выглядит. Энергетический кристалл и два Advanced Alloy, еще и два Carbon Plate. Блин, долгосрочная такая фигня получается. Так. Хотя нет, я думаю, откажемся от этой идеи. Он все-таки будет требовать энергию, поэтому... Поэтому будем использовать... Хоть тут лазать не вниз, не пролезть. О, мы будем использовать мечи из красной материи. Вот, вот это да, вот это то, что надо. А из красной материи можно сделать меч? Да, да, из красной материи можно сделать очень много различных крутых инструментов, у которых есть дополнительные свойства. Что у меча я точно не помню, но мы сейчас узнаем. Для этого нужно создать... меч из черной материи, темной материи, и потом превратить его в красную материю. Окей. Рамон, а почему красная материя превращается в стрелы один к одному? А что? А зачем ты красную материю используешь для этого? Возьми алмаз. Она же дорогая. Так она слишком дорогая для таких целей. Ты что? Алмаз возьми, тебе там 50 стеков стрел сделает. Хорошо. Это... Так, это... Низ. И алмазы. Так, стрел я надел. Лук теперь. Куда-то алмазы только что пропали, какой-то баг случился. Ну ладно, мне их много все равно. Лук видел у нас? Есть, в принципе, такой. Нет, ну скрафть. Что там делать-то его? Лук есть. Так, и крафтим меч. Меч у нас из темной материи крафтится вот таким образом. Алмаз и две темных материи. И потом превращаем его в меч из красной материи вот таким вот образом. Все. Он тоже использует энергию EMC, поэтому как бы Client Star ваш всегда должен находиться в инвентаре. Не обязательно на хотбаре, но в инвентаре. И сейчас я его растиражирую. А, он не тиражируется.
Ладно. Сейчас тогда все сделаем. Так, все, три лука есть. Окей. Его можно попробовать зачаровать, стрелы, но есть. Это тоже долго. А можно было бы попробовать сделать зачарование на Infinity, и тогда нужна была бы только одна стрела всего. Но это, опять же, слишком долгий процесс получился бы. Это нам как минимум надо было бы набивать себе левел. Хотя мы это можем сделать, опять же. Мы в квантовой броне. Какой нужно левел? В сундуке для самоубийц возьмите там стрелы и лук по одному. Спасибо. Стрел много. Ну, у нас версия 1.2.5, поэтому нам левелов нужно будет очень много. Где-то 50, наверное, набить надо будет. Ого. Да, поэтому, опять же, откидываем эту идею. И я хотел сделать... Так, темную материю я взял. Так чем мы решили бить в итоге? Ну, луки и мечи из красной материи. А, если ты из материи будешь делать, да, меч? Ну да. Так, 2, 4 темной материи. Положим. Что нам нужно дофига жемчужин эндер, это жемчужин края? Это да, еще надо найти этот стронгхольд. Но у нас перлы есть же, да? Эндерперлы. По-моему, должны еще оставаться. Вот так, сейчас я их тоже наделаю тогда. Так, и... Делаем меч. А. Они могут лежать. А, вот есть эндерперл. Так. Два меча из темной материи. Это есть. Второй меч. Ну да, это сейчас очень дорогое сейчас производство происходит. Это очень дорогие игрушки, опять же. Слишком дорогие. Так. И я верну себе энергию. Так, я, короче, буду главный по эндерперлам. И, наверное, полечу уже искать или вместе полетим, как? Да, вместе полетим, конечно. Ну, давай-то. Встречаемся на крыше, когда ты сделаешь сабли. И возьмете луки. И поспим. Что спать-то? Искать-то все равно, что ночью, что днем. Ну, потому что днем светлее, и на Ютубе видео рассветом лучше видно. Дойдем. Ну ладно. Я пошел спать. Так, а я себе скрафчу все-таки следующую версию Клейнстара. Ой. Вир. Клейнстар Вир. Или фир. Как правильно по-немецки 4? Фир. Вроде как фэ читается. Это фау буква. Фи, да, фир. Да. Ого, много он энергии, конечно, хранит в себе. Окей. Там на всю жизнь, блин, хватит. Я не знаю, зачем омега нужна. Два с половиной миллиона EMC, и он еще даже полностью не заполнился. Жесть. А, так ты нам, кстати, заряженный дал? Броньки или не заряженный? Конечно, все зарядил. Заряженный. I hear the train coming, it's rolling round the bend. I ain't seen no sunshine since I don't know when. I'm struggling for some prison and time keeps dragging on. But the train keeps on rolling down San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with gun. But I shot the man in Reno just to watch him die. And when I hear the whistle blowing, I hung my head and cry. Salagam!
проснулся. Ну, это половинку только спел, сейчас я их отключу. Е-е-е! Классно!